не детская распаковка. Всем сюрприз! С вами Анюта, и сегодня у нас новая коллекция пушистых котят из серии «Лучшие друзья навсегда». Смотрите, какая милота на упаковке! Давайте быстрее открывать. Тут кто-то белый. Он не хочет вылезать. Это что-то новенькое. Его держит липучка. Это, интересно, так и задумано? Или нет? Котенок очень красивый. Фирменные реалистичные глазки, приятная мохнатая шерстка и блестящие ушки. Еще у девочек в этой коллекции есть бантик. И у всех котят есть расчески. Щеточка хоть и небольшая, но разглаживает отлично. Еще у каждого малыша есть соска. Вот только как ее прикрепить? Погодите, кажется, эта липучка должна быть на соске. Сейчас все починим. Вот, теперь котенок доволен. У котят есть документ, куда можно вписать дату рождения и имя. Назовем ее Сметанка. А вот картинки с полной коллекцией тут нет. Но я знаю, что всего их 12. Ух ты, какой красивый розовый цвет. Назовем ее Карамелька. Она так вкусно выглядит, как сахарная вата. У нее тоже есть сверкающий бант, серебряные ушки. Да, и с соской тут все в порядке. Расчески отличаются только по цвету. Не знаю почему, но мне эти котята нравятся даже больше, чем прошлая коллекция, где были единороги. Смотрите, какой классный бирюзово-голубой цвет. Судя по отсутствию бантика, это мальчик. Его будут звать Жорик. Сегодня, кстати, тоже будет конкурс, но чуть позже. Этот котенок вообще какой-то лохматый. Давайте приведем его в порядок. Совсем другое дело. Я думаю, что ему отлично подойдет имя Шайлушай. Можете предлагать свои имена в комментариях. Следующий сюрприз. У этого котенка яркая желтая полоска и золотой бантик. А еще очень красивые голубые глаза. Назову ее Умка. Жалко, что в природе не бывает таких розовых и синих котят. Этот котя по цвету похож на Умку. У него, кстати, тоже липучка криво наклеена. Надо переделать. Вот так-то лучше. Имя у него будет Кексик. Смотрите, какие синие ушки с металлическим отливом. Красота! Половину команды мы уже собрали. Осталось еще 6 пушистых шариков. Назовем эту красавицу Лилу. Интересно, а зеленые котята есть в этой коллекции? Надеюсь, что да. А этот пушистик мне напоминает щеночка. Так что имя Шарик ему в самый раз. А какой цвет тут? Ого, это что, повтор? Еще один розовый. Но это другой окрас. У меня уже фантазия кончается. Пусть это будет розочка. Последние 3 пакетика. Кто это тут у нас? Это Мурсдей. Друзья, если вы хотите принять участие в конкурсе, напишите 3 смешных имени для котят. И подпишитесь на наш телеграм-канал. Ссылка под видео. Я выберу один случайный комментарий и отправлю победителю 12 таких же пакетиков. Ну, а у нас остался последний сюрприз. Вот такая вот красота по имени Пушинка. Смотрите, сколько расчесок. Друзья, спасибо, что ставите лайки и смотрите наши видео до конца. Подписывайтесь на наш телеграм, ведь именно там мы подводим итоги конкурсов. Да и вообще там много всего интересного. Ну а на сегодня все. Всем классных сюрпризов и веселых распаковок. До новых встреч!